Всем привет, ребята, всем здорово! Не успели мы только оправиться от марафона прошлого, как улиточка выкатила марафончик новый. Что же это за марафон? Давайте посмотрим, почитаем внимательно. А новый марафон приурочен к дню принятия на вооружение Гевера 98. В начале апреля 1898 года германская императорская армия была принята на вооружение и запущена в массовое производство винтовка с продольно скользящим затвором фирмы Маузер под обозначением Гевер 98. Винтовка прошла боевое крещение в позиционных перестрелках Первой мировой войны, где доказала свою высокую точность и убойность. В тяжелых условиях Второй мировой войны показала надежность и безотказность, и продолжила свой путь далее. Это винтовка Маузера. А их до и после Гевера 98 было немало. Оказалась настолько удачной и практичной, что по сей день многие ее конструктивные решения используются в современном спортивном охотничьем и снайперском оружии. Ее след в истории впечатляет. Винтовок на базе Гевер 98 по приблизительным подсчетам было сделано свыше 100 миллионов, что дает ее самой массовой винтовкой с продольно скользящим затвором в истории. Ребята, с 11 апреля 16 часов по Москве по 17 апреля, то же самое, по 16 по Москве, выполняйте задание и получите редкую модификацию самой первой Гевер 98 себе в арсенал. За 5 из 9 задач вы получите одну саблю для любой страны на выбор. Она что-то как-то не густо, одну саблю, блин. За 8 из 9 задач вы получите уникальную винтовку Гевер 98 для армии Германии. Марафон, как обычно, состоит из трех этапов. Смотрите, каждый этап состоит из трех подэтапов. На первом этапе мы получим 2000 серебра, 1500 серебра и 20 заявок на улучшение внешности. Все стандартно, все как обычно. Второй этап. 4000 серебра, 10 заявок на улучшение внешности, а также мы получим бустер 100% на один бой. За третий этап мы получаем 20 заявок на смену внешности, бустер 100% на один бой, и, видимо, в конце мы получаем заявку на улучшение оружия. Ну, видимо, по итогу марафона мы получим вот эти вот призы. Одна сабля для любой страны на выбор, ну, я, скорее всего, поставлю советским солдатам. И винтовка Гевер Маузер Карабин 98. Не знаю, в каком количестве может быть. Я надеюсь, что в количестве двух штук. Очень бы хотелось бы, чтобы было их две, хотя бы две было бы. Ну, а с вами был Хоттабыч, и с анонсом нового марафона от улиточек. Мы будем все участвовать, все мы хотим, естественно, не надо душой кривить, все мы хотим эти винтовочки и эту саблю. Я, естественно, сделаю на нее обзор, сделаю сравнение с обычным гевером. Поживем и видим. Всего хорошего вам, до свидания, спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Подписываемся, чтобы не пропустить новые. До свидания.